сражаемся, начиная с начала марта, не с каким не с Киевом, а сражаемся с Западом. Тогда с какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом, правда же, не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда. В Киеве расположены наши святыни. Ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Киево-Печорскую, например, Лавру. Это просто исключено. А вот, например, в Вашингтоне наши святыни нет вообще. Даже в Лондоне ни одной нашей святыни нету. И в Берлине их нет. Вы вообще понимаете, что уже произошло с этой страной? Она уже проиграла. Уже она проиграла. Эта война, это такой экзистенциальный выбор, на самом деле. Потому что если мы ее не выиграем, мы ее не проиграем. Мы просто перестанем существовать. Проигрыша в этой войне быть не может. Пока мы не ликвидируем этот нарыв, пока мы не разгромим Украину как форпост Запада, вот, и пока мы Киев, извините, не возьмем, оно все не закончится. Но победа будет за нами? Победа, конечно, будет за нами. Это безусловно. Либо нас не будет. Я думаю, на этой ноте и закончим, Дмитрий Алексеевич. Специальная военная операция и само по себе столкновение, конфликт способствуют вот этому выплавлению, рождению, слепливанию из этих людей новой нации. В России продолжают осознавать тот очевидный факт, что в Украине живет отдельный и самостоятельный народ, который не хочет в Россию, и насильно сделать украинцев русскими не получится. В стрессовых каких-то ситуациях может сковываться государство, сковываться нация, рождаться какая-то новая идентичность. Тогда, как бы ни печально нам было это сейчас наблюдать, Богдан Ильич, может быть, сейчас вот рождается какая-то новая, неведомая нам еще украинская идентичность, ну и какой-то новый народообразующий история. Да, специальная военная операция и само по себе столкновение, конфликт способствуют вот этому выплавлению, рождению, слепливанию из этих людей новой нации. Если до 24 февраля был какой-то, хотя и небольшой шанс, да, что когда-то там потом утихомирятся все эти там страсти, мордасти по поводу там Бендеры, забудут. Нет, шанса не было, Борис Борисович. Далее. И шанс был, что в следующем поколении как-то русские и украинцы, там русский язык сохранится, будем друг другу в гости ездить, там про Крым забудем, как забыли немцы и французы про Эльзас и Лотарингию. История теперь, товарищи класса, дорогие, да. Такого шанса, увы, нет. После начала специальной военной операции даже та довольно заметная часть русского населения Восточной Украины, которая реально хотела в Россию, я говорю про жителей Харькова, у меня там родственники есть, я в диалоге с ними нахожусь, да, даже эта небольшая часть, вот, в смысле, нет, она на Востоке большая была, они хотели в Россию. После 2014 года они говорят, возьмите нас, говорили в Харькове, как Крым, возьмите. К сожалению, когда уже вам на голову падают ракеты, у вас отношение вот к этой братской стране России сильно меняется. Ну, то есть надо смешать с землей прямо сейчас Харьковскую область. Совершенно верно. Сейчас надо решительно действовать на этом направлении. Добрый день. Хотелось бы поговорить о сложившейся ситуации в городе Шебекино. Мне 18 лет, и я учусь в одном из местных техникумов. Но из-за постоянных обстрелов об учебе не бывает и речи. У моей семьи нет финансов и возможности выехать за пределы города. Эта ситуация буквально ломает психику наших детей. У народа не выдерживают нервы. Женщины плачут практически каждый раз. Я хочу жить так же, как и живут другие города России. Шебекино – это часть России. Мы – Российская Федерация, и мы просим помощи. Мы не знаем, кто нас защитит, кто нам поможет, почему мы должны сами, своими силами покидать город, почему мы должны покидать землю, на которой мы родились. Отодвиньте линию фронта и спасите Белгородскую область и город Шебекино. Все жители Шебекино имеют родственников в Харьковской области. Может, за очень редким исключением. В Белгороде, думаю, три четверти, кроме понаехавших издалека. Львиная доля жителей Шебекино и Белгорода до 2014 года приезжали в Харьков на базар, особенно на ночной. Куча людей из Белгорода приезжала в Харьков на футбол, особенно международный, и на приличные концерты. Вплоть до зимы 2022 года жители Белгорода летали из Харькова по Европам. Тихонечко. Первый, кто до конца февраля 2022 года встречал вас на ЖД вокзале в Харькове с любого поезда, особенно с киевского направления, маршрутчики до границы или Белгорода. По ту сторону границы точно знали, что никаких нацистов и тому подобного в Харькове
Нет. Когда в феврале 2022 года начались обстрелы, с той стороны было очень много хихиканья на тему «Зачем вы сами себя бомбите?». Даже когда счет погибших уже шел на десятки. В течение года было много радости по поводу выхода ракеты из Белгорода в сторону Харькова. Это же так весело. Бумеранг иногда принимает форму вооруженной российской оппозиции. Нет никакого злорадства, но и с эмпатией как-то не очень. В Харькове также мирные жители. 1,5 миллиона было. После победы Украины все равно придется жить рядом. Хорошо было бы, чтобы бумеранг очень быстро вставил мозги на место и наступило понимание, что враг не в Харькове, враг в Москве. И на террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко. Ответ понятно какой. Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим этот, он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен. Иначе оттуда будет постоянно исходить угроза. Это исторический факт. Вы в этом моменте, вот сегодня, надо точечно их душить и долбить. Прям в том числе и по Шебекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Так больше нельзя. Шебекина, 7 июня. Вот так вот все горит. Не знаю, никто ничего не тушит. Наверное, город весь горит. Идет спецоперация на Украине, а мы русские с русских городов текаем почему-то. Парадокс, да? Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО, дружественным для России государством. Или вы что думаете, мы сейчас остановимся? Они тоже говорят, ну ладно, все нормально, будет мир. Не будет его, пока наши войска не будут на границе с Польшей. Мы постепенно набираем людей, мы набираем контрактников, мы расширяем штат Министерства обороны на 50%. Поэтому мы пойдем в наступление, обязательно пойдем, мы готовимся. То, что вы сейчас обстреливаете Белгородскую область, это не потому, что вы такие крутые, а потому что мы все еще продолжаем испытывать к вам какие-то братские чувства. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Они же по нашей территории бьют. А это значит, мы можем использовать уже срочников. Конечно же, в Белгородской области страшно. О том, что придет ЧВК Вагнер, от Белгородской области до Рублевки совсем близко. А вдруг мы поедем спрашивать, где там наши боеприпасы на Фрунзенскую набережную?